Here we are, ladies and gentlemen. Not sure about you, but I'm ready for a little payback. Well, folks, the time has now come. This is Payback. And we're coming to you live from Chicago in the shores of Lake Michigan, where the city of big shoulders loves its WWE. And we're live from Chi-Town, Chicago, Illinois, bringing you all tonight's action. Don't you dare go anywhere, because we've got a legendary lineup ahead. Eagles action. Ну, как мы договаривались, один на один против... я думал, это Мистерио, это Калиста. Против Калиста сразится Джейсон, и с вами Джейсон, и канал True Money Games, и это Payback, расплата. Ну, какая может быть расплата, когда мы еще не встречались с ним? С Калисто. Если Калисто такой же, как Рей Мистерио, или это есть Рей Мистерио, блин, я уже потерял нить происходящего, если этот парень так же ловок, ну да, очень напоминает. Мехико. Маленький малыш из Мехико. Маленький, крупненький такой, который обладает чудовищной скоростью и акробатическими способностями. Я его, блин, опасаюсь. И это мексиканец. Учитывая их темперамент. Ну ладно. Я понял, почему не срабатывают реверсы. Нужно прокачать определенные обилки в меню персонажа. Так, и я пока этим не занялся, но займусь в ближайшее время. Поэтому если реверс не проходит и не появляется, значит просто персонаж не прокачан, черт побери. Это обидно. Об этом надо предупреждать заранее. Опять. Я получил коленный. Тихо! Тихо! Ты такую глыбу можешь ронять, малыш. Головой зашло. Нормально. Он выбросил меня с ринга. Отстань. Отстань, я тебе говорю. Не приставай ко мне, Калиста. Ёптить. Ну реально очень, реально шустрый. У меня почти треснула грудина. Да ладно, реверс, ты серьезно? Жесть какая. Это просто жесть. Это реально жесть. Он сломал меня полностью. Ты сломал меня полностью. Хватит ломать мне руки. The ring may not be big enough for what's about to unfold here. Are you kidding me? This entire arena may not be big enough. Давай, залезай. Вернемся. He's certainly showing us something new from his face crusher. Ты же мне так хотел руки ломать, да? Не понял сейчас. Отличненько. Сигнатурочку заказывали. А чё он тут? А, пока не встанет. Надо угандошить, пока не встанет. Не, ну там мы так не не договаривались. Лови мое колено своим животом, скотина. Вставай, вставай, подожди, у нас тут еще сигнатурка. Ну, еще. Вставай, чё ты?
И снова падай. If an opponent exhibits a weakness for a specific move, some will return to utilizing that move as long as possible. Looks like he's going to test the effectiveness of that move. Ну давайте зафинишируем его, что ли? Нет? Реверс, твою мать. Теперь он будет делать реверс. Ой, финишер. If he keeps up this pace, this could turn real ugly, real fast. Да. Отдыхай. Да 10 считаем-то. Ну. Встает. Встает. Реверс. Реверс. Ты издеваешься? Too late. Еще не появилось R2, и мне уже написали too late. Было больно. Дай мне встать. Еще один финишер. Вообще, тогда ты финишер не прошел. А сейчас прошел. По мордасам. Отдыхай. Ну давай уже. Семь, давай, восемь. Девять. Козел. Вот ты козел. Почему ты всегда встаешь, а? Ну кто ж тебя просит-то об этом? Пошел ты. I hope this is it, King. These guys have done so much harm to each other. That. Калиста, блин. Два по 300. Test the effectiveness of that move. Leaving the ring here may change the entire complexion of this match. Yeah, and if their face hits this floor, it'll change the complexion for sure. Вставай, вставай, дружок. Когда ж ты сдохнешь-то? Когда же ты уже сдохнешь? Сигнатура! Третья по счету. Все. Все, не вставай. Не вставай. Даже не думай об этом. Если ты сейчас встанешь, я не знаю, что с тобой делать. Десять. Готов. Он в нокауте. Фу. Поначалу я испугался, но потом все же сумел взять игру под свой контроль и навалять Каллиста. Этот малыш проворный сукин сын. Его не стоит недооценивать. Но тем не менее мы держали победу. Отлично. Очередная победа. Когда уже нас похвалят? Главное дальше держать в том же темпе и не упускать победы. Всем пока-пока, ну я в смысле до следующего боя. И что-то новенькое. Кто-то подошел ко мне.
What you're doing in that ring is simply unique and engaging. I like it. Keep showing that. Нравится. Ему нравится. Ему нравится. Хвалит наши ораторские способности. Напоминает меня себя в молодости. Заводи толпу и продолжай в том же духе, сказал нам этот милый человек. А у нас Раф, и так, Тим, снова. Юсус? Какие-то два Тарзана против нас сражаются. У них очень забавные татуировки, они, наверное, думают, что они делают их крутыми. Но они не делают их крутыми. Ладно, посмотрим, на что эти обезьяны способны. Да простят меня их фанаты. Вы выходите? Вы выходите, мы вас заждались. Покажитесь нам. Нет, ты нам не нужен. Нам нужны наши оппоненты, наши противники. Бу-бу. Юсас. Братья, что ли? Ну, очень похож, да, братья, наверное. Давайте станцуем еще здесь. Бритни Спирс позовем. На подпевке, на бэк-пэкл. Как-то вас особо не приветствует. Смешанные крики. Ладно, ладно, распрыгали. Сейчас дыхалку собьешь, как потом будешь. Джей Усо и Джимми Усо. Просто Усо. Рад вас видеть, парни. Давайте попробуем надрать вам зад. Погнали. Погнали, погнали. Джейсон ждет вас. Джейсон ждет. Ну что ты отскочил-то? Мы только начали, а ты отскочил уже. Ты что, хочешь соскочить, что ли? Подожди. Вот я ноги тебе приломаю просто и все. Отлично зашло в голову. Дружище! О, да! Вот это было больно! Прям я почувствовал всю твою боль. А это хрена я это сделал? Inside the ring now. Whoa, take a look at that. We haven't seen that one tonight. I love something new. Ай-яй-яй! Поймал меня, красавчик. Поймал меня, красавчик, молодец. Но твой братишка как-то был очень вял. А, этот парень уже... Этот уже лучше пока... Блин, почему Тулейт-то? Ну почему? Ну какой туфас, ты же показал мне кнопку. Давайте ногу проломим. Да ладно, вставай, что ты разлегся. Опаньки! Хорошо уронился. Сигнатурка пошла в ход. Ну-ка, давайте запустим повыше. Козело. Блин! Я рискнул, и я проиграл. Это мы уже видели, но это не становится от этого менее больно. В смысле? Что, серьезно?
and he breaks the cover, forcing the referee to stop the count. Well, that's just not enough to get the job done. Нет, отстань от моей головы. Блин, ты бы занялся, дружище, что он там стоит? Ты занялся братом его, что ли, пока? Ну у тебя что, глаза на затылке есть? Я вот этого не понимаю. Ну как ты можешь реверсировать атаку со спины? Вот это уже плохо. Вот это уже совсем плохо. Не здорово это. Почему мне мой парень даже, ну как-то он даже не старается мне помочь. Джейден, вылезай. Ёптить. Too late. Ауч. Вставай. Ну вставай. Да что-то фаз, блядь, опять кнопки не показывает, скотина. Я уже вкачал Reversal Offense. Ну как-то это, по-моему. Ну что? Финишинг, мать твою. Все, встаем. Получаем сигнатурку. А потом получаем еще один финишер. Блин, это просто какая-то убийственная череда. Вот и все. Не успел братишка спасти своего молодца. Ну такую серию смертельных ударов кто может пережить? Когда он получает финишер, потом сигнатуру, потом снова финишер. Ну это нереально выжить после таких ударов. Зато смотрите, как они классно мне здесь наваяли с двух ног. Пом! И Джейсон упал. Черт побери. Потому что кое-кто стоит там в труселях и никак не реагирует на наши потасовки, что ли. Ну что, вы довольны? Я доволен. Крашер, ты вообще мог бы побольше участвовать в наших разборках. Да пошел ты в жопу. Это не твоя победа, это моя. Сегодня в SmackDown мы увидим Джека Свагера. Надерем ему зад. Вы готовы? Я готов. И где же наш оппонент? Оппонент, выходи. Покажись народу. Патриот. And his opponent from Perry, Oklahoma, weighing in at 275 pounds, he is a real American. Реальный американец, да? Джек Свагер. Джек Свагер, a superstar who's talented enough to take down any competitor in his way. 270 футов. Серьезно? Здорово, мужик. В 10 году был чемпионом в тяжелом весе. Ладно, мы поняли, что ты крут. Но посмотрим, насколько ты крут. Джейсон, ты тоже не лыком шитый. Ну что ты отскочил-то опять? О, реверс. Как оригинально. Эй, друг! Как тебе такая хрень? Полетели? Нет? Нет, реверс стоит. Кто это пришел?
Миз. Что он здесь делает? Он пришел мне меняться. Мешаться. Чтобы я не оказал победу, да? Swagger's extremely arrogant, but there's no doubt that the All-American can back up everything he says. He set an NCAA record with 30. Ну что, разомнёшь мне спинку? There's the camel clutch, and somehow he's got to take the pressure off his neck. Hey, and he fights out of it. He breaks the hold. He's keeping his distance, but the distraction alone may be enough to impact the match. I don't know if we've seen that from him before. I mean, it's definitely a first tonight. This is great. This guy'll try anything. Отлично зашло. Отлично зашло. Сломаем тебе ногу нахрен. Он очень талантливый, ваш козел, но вечно мне реверс от удара. Давай, поваляй меня, да. Разомни мне ребрышки. Да, я согласен, слишком быстро, но сейчас-то не было слишком быстро. Бом! Пора набить тебе мордашку. Вставай, пора, время сигнатурки. Бом, шакалака, бом. Ну, как-то так себе, да, прошло вроде. Хотелось чего-то более изящного, что ли. Нет. И что ты пристал к моей спине? А, еще отожмешься от моей задницы, да? Красавчик. Опять не успел. Ты непредсказуемый секонд сен. Бигфут, мапфака. Сигнатурка. Заряжаем сигнатурку. Да что ж ты такой неугомонный-то? Да блин! Давай познакомимся с этим углом. Вставай, дружок, сигнатурка на подходе. Просто прикончим, чтобы у него не было шансов вырваться живым из этой переделки. Давай, дружок, пора заканчивать. Спокойной ночи. Да, вошло, бом. Не, ну шикарно вошло. Тут без вариантов. Просто без вариантов. А ты чё? Ты за меня пришел поболеть, что ли, или чё? Странный мужик какой-то. Даже ачивмент дали. Да-да, он падал не раз лицом своим об этот мат. Ну, а продолжим мы в следующей части. С вами был Джейсон, канал True Money Games. Ставим пальцы вверх и подписываемся на канал. Интересно, что нас ждет дальше. А дальше у нас опять тут так и опять эти козлы. Увидимся в следующей части.